Итак, значит, у нас сегодня будет работа с формами глагола. Tense ты знаешь, да, что такое, Лёва? Да. То есть tense choice – это выбор глагольного времени. Mm-hmm. Level 1 – это вот выбор из четырех форм, которые вот здесь указаны: present simple, present continuous, first past simple и present perfect. Мы же не работали еще по этой программе? Нет, так в программе нет. Так. Вот тут справа ты видишь, ну, там на экране этого не будет видно. Level 2 это добавится present perfect continuous. Но не просто present perfect continuous добавится, там добавится вообще несколько веток в алгоритме. Поэтому вроде бы добавляется только present perfect continuous, а алгоритм так значительно расширяется. Уровень 3. Это у нас еще добавляется весь паст. Все четыре паст. И таким образом будет выбор один из восьми. Ну, правда, там может быть опция один из четырех, например, проработать только прошедшее время. Или проработать все, и прошедшее, и настоящее. Уровень 4 добавляется фьючер. Или отдельно прорабатывается фьючер. То есть это будет опционально. Мы должны постепенно выстроить этот алгоритм. Ну, как ты понимаешь, выстроить его в голове. То есть такой механизм, чтобы он работал. И здесь на примерах он как раз может закрепиться. Для начала мы, значит, определяем время, прошедшее или настоящее. Если настоящее — это выбор между чем и чем? Между present simple и present continuous. И, соответственно, если прошедшее? Past simple и present perfect. Да. Здесь ты немножко замешкался. Видимо, там не так твердо. Да нет. Теперь. Значит, как мы определяем present simple или present continuous? Present simple – это действие, которое повторяется по расписанию. То есть мы каждую неделю что-то делаем. А present continuous – это процесс. Так, смотри, недостатки твоего определения. То, что у тебя – это не алгоритм. Согласись? Да. Алгоритм – это правда-ложь. Понял, да? Да. То есть у нас должно быть что-то одно, одна опция, не опция, точнее, а одно утверждение и антипод, то есть иначе. Ну, тогда это будет процесс. Если да, если процесс есть, то это continuous. Да, если нет, то это simple. Вот, вот именно вот этим мы должны руководствоваться. Тогда это работает. А так как у тебя это, я бы не сказал, что это хорошо работает. Это тоже работает, но дольше. И во-вторых, ты знаешь, что present simple — это не обязательно повторяющееся действие? Угу, да. На самом деле present simple имеет очень много случаев. И они разбиты на три категории. Действие, состояние и особые случаи. Действие – это может быть короткое действие. Ну, короткое имеется в виду, оно могло бы теоретически быть выражено и континьюсом. То есть оно не очень короткое. Вот действие, выраженное как факт, или упомянутое при перечислении последовательных действий. Как правило, это действие, оно уже заканчивается после того, как мы его обозначаем. То есть, например, она читает книгу и идет ложиться спать. She reads a book and goes to bed. Понимаешь, когда ты уже говоришь goes to bed, она уже не reads book, не читает книгу. Понял, да? Да. Это раз. Ну вот здесь тоже есть пример. She examines the vase carefully and sees that it is in perfect condition. Она осматривает вазу внимательно и после этого видит, что она в идеальном состоянии. Momentary action. Моментальное действие. А это вот действие, которое длится там несколько секунд. И даже короче. Например, открывать дверь, брать что-то со стола, класть.
сказать что-то, say, например. Понял, да? Вот, she opens the book. Вот то, что ты сказал, repeated action, повторяющиеся действия. Это я даже пока не буду комментировать. Состояние. Ну, сейчас я не разбиваю состояние на вот эти четыре случая. То есть короткое состояние, моментальное состояние, длительное состояние, повторяющееся состояние. Если вы, в принципе, можете определять состояние, то можно оставить просто случай, как состояние, неважно какое. Но, однако, все равно у нас уже достаточно случаев. Плюс особые случаи. General truth, общепризнанный факт. Например, blood circulates. Кровь циркулирует. Утверждение. Действие в будущем согласно расписанию. Действие в будущем в придаточных предложениях времени и условия. Видишь, да, сколько случаев? Поэтому, чтобы определить simple это, через simple это долго. Легче определить то, что это не simple, от обратного. Если не процесс, значит simple. Потому что у continuous, несмотря на то, что у него тоже куча случаев, процесс, действие, состояние и вот особые случаи, у них все-таки здесь самым главным является вот короткий процесс. She's doing dinner. She's cooking dinner. Это действие, которое длится, ну, не более одного дня. Несколько часов, от нескольких минут до нескольких часов. Long process, длительный процесс, например, she is writing a new book. Такое действие может длиться несколько недель и даже несколько месяцев. Ну, некоторые книги могут писать и несколько лет, потратив на это. Я знаю одну книжку хорошую, ее писал автор 25 лет. Changing process, процесс изменения чего-либо, вот, it's getting dark, или, например, the population of the world is rising up. Или is increasing. Increasing. Запомнил, да? Дальше такие достаточно редкие случаи там. Я их тоже перечислять не буду. Вот. В общем, в любом случае процесс в этом отношении лучше помогает. То есть лучше увидеть, процесс это или не процесс. Запомнил, да? Да. Тут есть еще вот для других, кого не устраивает процесс. Есть контейнер, не контейнер. Есть временное действие, постоянное действие. Либо временное, постоянное можно рассматривать не как альтернативу, а как дополнительный случай. Иногда вот это помогает. На самом деле. И мы с этим можем столкнуться, и ты это увидишь. Так, а если прошедшее, то значит, как мы определяем у нас пассив? Есть ли связь с настоящим? Если есть связь с настоящим, то это present perfect. Если нет, то пассив. Хорошо. Давай теперь попробуем это все проверить на упражнениях. Значит, смотри, делай эти упражнения. Ты можешь сразу переводить на английский язык. Ты можешь перепрыгнуть первую, вторую стадию и сказать, это там past simple или present perfect. И потом переводить. Ну и ты можешь озвучить алгоритм, если тебе будет не лень. Например, сказать, это прошедшее, связь с настоящим есть, значит, это present perfect, и там перевод. То есть тебе решать. Как тебе удобно? Это будет past simple, потому что нет связи с настоящим, и это прошедшее время. Все верно. I bought this cheese in supermarket. Вот, да? In the supermarket. Тут будет прошлое время. То есть ты решил первую стадию тоже озвучивать? Тебе так удобно? Ну, я могу озвучить. Не, как тебе удобно? Ты мог бы сразу сказать, там, это past simple или present perfect? Ну, в первом предложении будет past simple. Did you went anywhere? Если они все выделены, значит, у них у всех
должна быть одна форма. ну, Иначе бы все я бы тогда их не по simple. выделял бы. У всех по simple, да? Did you went anywhere last evening, Tom? Yes, I went to А the... почему did you went? Did you go? Да. Yes, I went to the cinema, but didn't... Не, это неправильно. But I didn't like it. Так, успел сверить? Да. Ну, на отдельные вещи, там, enjoy, like, на это не обращай внимания, или cinema, movies, это понятно, это вариации. Это будет present simple. She dances anywhere, Everywhere. everywhere, in At home, home. at home, at work, and in the street. Так. Здесь будет past simple. She passed her exams because she studied hardly. Хад. She Хадли это studied как раз hard. таки она, вряд ли она занималась. У тебя, понимаешь, получается, она сдала свои экзамены, потому что, ну, вряд ли она занималась. Хадли это вряд ли. Или едва ли. И звучит слово не past, а past. Пас. Ты же британский вариант учишь, не американский. Это у американцев. Past. Дальше. Здесь будет past simple. I made all my homework. Ну, во-первых, make homework не сочетаются. Do I did. homework. Во-вторых, ты здесь не видишь связь с настоящим. Но ведь здесь же он просто я сделал все уроки. Если бы я сделал все уроки, поэтому я могу пойти. Нет, Тогда ты должен было уметь видеть такой контекст и без дополнительного предложения. бы. Ну, Да. да. Дальше. Наоборот, когда вот нету этого контекста, тогда я и даю дополнительные эти предложения. Ясно, да? Да. Ты вот должен здесь увидеть, что здесь человек хочет сказать вот этим, только одним лишь этим предложением, я сделал все уроки. Вот, допустим, кто-то подходит и говорит, я сделал все уроки. Что он этим хочет сказать? Ну что, он теперь свободен. Ну, например, да, что уроки сделаны, теперь можем гулять смело. Так, здесь будет present simple. He thinks that sport is better than computer games. Дальше. Present continuous тут. Father looks tired because he is fixing his old car. Repair было бы лучше. He's repairing. Хотя fix тоже можно, ну. Здесь будет present continuous. Present continuous, ничего себе. Нет, Еще и здесь present, еще и continuous. Две ошибки у тебя сразу. past Это будет past simple. When I was in Athena, Lived. when I lived in... Понимаешь, was. Это означает, может, ты туда Да. на 3 дня ездил. Да. Правильно? Афины будет Athens. Athens. When I lived in Athens,
I worked in a bank. Дальше. Так. Так, здесь пассивка. I didn't see him in the lecture. Здесь present continuous. What is she doing? She is listening music. To. She is listening to the music. To the music. While she is listening to music, lying on the sofa. Да, вот. Так, she he teaches French and Spanish in school. At school. А, at school, да. Если какие-то начинки один все. Pass simple. We all left the party at 11 o'clock. They have already married. They have finally. Уже это ты имеешь в виду, как будто кто-то не ожидал. Кто-то не ожидал, что они поженились, а им говорят, они уже поженились. А здесь у нас наконец-таки. Finally. Здесь будет past simple. I didn't swim after... Как будет заход солнца? Sunset. After sunset. While I... Это нет, не while. When I left in Sochi. Что такое left? Leave. Lived у тебя должно быть. А, да, lived in Sochi. Так. Mom has cooked the dinner. Здесь будет past simple. The police stopped me when I got home last evening. Запомнил этот вариант? Да. Есть past simple. What did you do in on weekdays? Да. А почему weekdays? Weekdays это будни наоборот. On Wednesday. On weekends. Weekend. On weekend. Ударение на второй слог. Ну, можно здесь артикль же на самом деле опускать. Так. I has talked with him. Здесь ошибка. Здесь нет связи с настоящим. У тебя же вчера написано. Здесь ты говоришь не то, что ты с ним поговорил, а когда ты это сделал. Сообщение немножко другое. Mm-hmm. Понял, да? Слово «вчера», оно смещает на себя акцент и ослабляет значимость вот этого действия как совершенного факта такого со связью с настоящим. Тем более «вчера» это уже все, это уже не настоящее. Понял, да? Да. Даже если здесь и есть связь,
типа некая связь с настоящим временем, она здесь в этом предложении утрачивается или очень серьезно скрывается из-за слова «вчера». Ясно, да? Угу. Поэтому это past simple. Угу. Так, ты перевел это? Видишь? I talked with him yesterday. After... Так, here. This будет present simple. After breakfast, he reads newspaper in the garden. A newspaper. A newspaper in the garden. Можно здесь и «the» говорить. Если ты скажешь «the», тогда получится, что... Ну, он там выписывает какую-то одну определенную газету. Например, Sunday Times. Вот он ее и читает. In last month, I went to Rome. Rome. In Rome. To Rome. I went to Rome to see one of my friends. Father has found a good job. Catches mice. А почему у тебя catches? Catch. Ты правило буквы S помнишь? Да. Да, у существительного есть, значит у глагола не должно быть. Мыши будет mice. Потому что в единственном числе mouse. Да. Так. Так. А занята это будет is close, как закрыто? Нет. Не помню, как сказать, да? Мама из... Busy. А, не точно. Знаешь busy? Такое слово? Да. She is cooking the dinner. They will come after because they are making cleaning in home. Сколько всего там нагромождено? Так, ладно, давай ты смотри ответ. Сейчас. Мне просто надо сейчас будет отойти. Mm-hmm. Так. They will come later. А у тебя как было? They will come after. We discussed this question in the office. Ты мне? Нет, нет, нет. Так, а это у нас был, да, в этом. В Качаловой, что ли? Так. He has eaten all sandwiches. Ну, артикля не хватает здесь. All the sandwiches. Так. At last week we... Это не надо, просто last week. Last week we... We went... out of the city to the countryside. To the countryside. Так, this house cost $75,000 in 1980.
We invited them to the party, but they didn't want to come. Ну вот здесь вот так проще. Here неправильный глагол. В смысле неправильный, я имею в What виду лексически неправильный глагол. about what Я they же are тебе talking говорю about? еще раз. Лексически, значит, ты не то Не слово просто не выбрал. тот. Да. Так. Не знаю, какой глагол должен быть. Listen. Точно. Listen about what they're talking. Listen what they're talking about. Тебя почти как вопрос звучит. Listen, послушай, о чем это они говорят? Потому что у тебя ту не хватает. Listen to. Listen to what they're talking about. Да. They took him to the team because he's good at football. Ну, is good. Здесь играть надо, is good. Because he plays football very well. She likes books more than films. Нет, здесь не так. Предпочитать, если именно слово такое. Предпочитать. She prefers books to films. When did your brother come back to Moscow? We didn't invite her to the party. Because of that, he didn't come. So, because of the... Да. Не проще so сказать. Да, so. Вот оно. He wrote the exercise very bad, and the teacher said him to write it again. Так, ну, зе ладно, это еще более-менее терпимо. А здесь вообще his. Ну, лучше было бы то есть он написал какое-то там упражнение, понимаешь? Не все же в курсе какого-то там конкретного упражнения. Понимаешь? Это можно сказать посторонним каким-то людям, которые вообще не знают, о каком именно упражнении идет речь. Когда ты говоришь his, это может быть и и the. Такой нейтральный определитель, и он здесь лучше всего подходит. Ну и во-вторых, said нельзя использовать как перед косвенным дополнением без предлога to. Нельзя сказать said him, said to him. Ясно, да? Said to him. В-третьих, said используется при передаче, чаще всего используется при передаче прямой речи. Если же речь косвенная, то тогда to tell. Tell told. Как в данном случае. Told him. When did he go out of home? From home?
Там тоже здесь все так сложно. I went to telephone. Запоминаем. She draws fruits so good that. Короче, вот смотри. Видишь, все очень просто. That you want to eat them. Да, и запоминай слово точно, это accurately. Accuracy, точность, тебе нигде не попадалось слово? Мне кажется, попадалось. Accuracy, точность. Да. The rain went all yesterday. Как выражаются погода и время? Через present simple. Через местоимение it. А, через местоимение it. Точно, да. Ну и как это будет? То есть будет... It was raining all yesterday. Не, all day yesterday. All day yesterday. На самом деле, действительно, такие вещи можно через continuous говорить. It was raining, да? Но можно сказать и через вот simple, как здесь, it rained. Если ты не хочешь ничего такого особого сказать. Понимаешь, да? А если ты хочешь сказать it was raining, как будто вот ты втягиваешь нас в центр событий. Во вчерашний день. Ты обрисовываешь, вот смотрите, вчера в такое-то время там шел до... То есть здесь предпочтительнее past simple. Тем более, что у нас past continuous-то и нету. Правильно? Здесь в выборе. Смотри. Здесь нет past continuous. Ask the brother to help you. He said that he can't. He is playing in computer game. Так, ну здесь in лишнее. He's playing computer game. Да. I was angry because Tom and Ann was late. Так, число. We're late. I learned the poem. The poem. The poem on mind. Сейчас. Во-первых, наизусть будет by heart. А, by heart. Да, во-вторых, ты здесь не видишь связь с настоящим. Да. Ясно, да? Да. Вот. I have learned the poem by heart. Reading books, many people use their... Как будет воображение? Imagination. Да, проходите, садитесь. Their imagination. Imagination? Да. Угу. Еще 5 минут есть. They go to that beach because it is clean and it's clean and not noisy. Смотри, даже Настя здесь сказала слово. Она сказала quiet, а здесь silent. Ну то есть либо, но, либо silent, либо quiet. Да? Да.
на самом деле, видишь, ларчик просто открывался. Ну вот Настя, она сделала вот это, кстати, она сделала вот это упражнение, вернее, предложение полностью. То есть у нее все, она медленно, но она его сделала. По-моему, со словом бикос у нее была только проблема, может быть, я сейчас не помню. Там на видео видно. Так. She can't ring to you now. Call. She can't call you now because she's. Почему she? Well. He can't call you now because he is thinking about story. Ой. Да. Ты такие там вещи нет-нет переводишь, такие простые не можешь. Тихий не смог перевести, здесь не можешь. Здесь либо making story, либо writing story. Я не знаю. Вот, как... Да. Вроде ничего сложного нет, правильно? Yeah. I have lost my keys. I had good time at the party. Наверное, все-таки тут специально какое-нибудь слово имеется в виду. Enjoy, например, да? Что тут? Enjoy. Так. They bought new car. И здесь ты не видишь. Смотри, у тебя еще с перфектом проблема. Ты вот здесь не видишь. Да. Понимаешь, да? Вот здесь у тебя проблемы. Ты уже не вторая, не второй раз. Ты уже третий, четвертый. They have bought new car. A new car. A new car. When did they came? When did they come? They came. Yesterday. Ну, в принципе, можем, но ты должен знать вот этот вариант. И рай. Так, ладно. Будем закругляться. Так, что тебе дать надо?